Всем привет, друзья! С вами Геленджик Лайф, и сегодня у нас замечательный выходной день. Мы с Вадиком отправились на набережную. На улице у нас около 18 градусов тепла. Мы вообще в легких кофточках. Но, правда, немножко дует ветер южный. Проходим мы сейчас мимо ЖК «Изумрудный город». Я хочу вам показать одну вещь, почему не стоит квартиры покупать в Геленджике удаленно. Давайте посмотрим. Вот план ЖК «Изумрудный город». От моря действительно недалеко, но вот самое интересное то, что вместо, если вы покупаете квартиру, вместо обещанной зеленой зоны здесь будет недострой в виде 20 этажей. Получается, многие люди, которые будут покупать здесь квартиру и будут думать, что их окна будут выходить на зеленую зону, они будут лицезреть перед собой вот такой вот 20-этажный дом жилой. И он находится в состоянии замороженного строительства. А по плану вместо этого дома здесь якобы зеленый бор. Там. Идем мы по такой улочке. Она прилегает к санаторию «Красная Талка». И очень красиво обустроена. Здесь лавочки по всей ее длине. Она такая тенистая. И сейчас мы выйдем через сквер к морю, к набережной. Посмотрите, какие хорошие, удобные лавочки здесь есть, чтобы можно было посидеть, отдохнуть. Настроение на самом деле отличное. Хорошая погода, действительно праздники, выходные эти немножко подлиннее. И в целом можно спокойно насладиться отдыхом. На набережной, конечно же, народу тьма тьмущая. Во-первых, потому что на праздники стараются приехать туристы в город, потому что большие праздники имеют возможность, например, кто прилетел, например, на том же самолете, спокойно отдохнул и улетел назад. Им хватит даже времени там буквально в дней 5. И вот сейчас вот мы почти спустились к морю. Самое интересное то, что народу действительно очень много. Если я вообще отвыкла от такого количества людей. И всегда, знаете, бывает так, что когда, например, начинается курортный сезон, ты понимаешь, что твой размеренный образ жизни спокойный и с пустыми набережными заканчивается. Фонтанчики у нас еще не включены. Все-таки еще не время. Ну, давайте посмотрим на море. Море сегодня красивое, прозрачная вода в нем. Но дует небольшой южный ветер и так вносит свои коррективы, конечно, в прогулку. Скоро Вадюшка говорит, что скоро мы пойдем купаться. Это правда. Еще немножко совсем времени, и мы будем открывать купальный сезон. И баба мне будет надувать матрас. Точно, точно. Переросшая капуста, которая уже цвести просто начинает. Я такой ее не видела еще на набережной. Обычно ее успевают убрать до таких моментов. Строительные работы продолжаются, идет укрепление волнореза. Вот видно, что там камнями укрепили еще раз, чтобы он не разрушался. Да, погода, конечно, сегодня шикарная, если бы не ветерок. Мы двигаемся в центр просто для того, чтобы погулять. В последнее время, вчера, вот мы особо никуда не выходили. Было 8 марта, всех женщин с прошедшим праздником. Поздравляем, конечно. Вот. Ну, надеюсь, что мое поздравление в виде букетов цветов вам пришлось по душе. Потому что как мы еще можем поздравить своих подписчиков, кроме того, что показать цветы хотя бы так издалека, через интернет. Почему я летом не катаюсь на велосипеде? Потому что летом на велосипеде фактически не проехать. Очень плотное движение здесь. Даже на дороге. Да, даже на дороге. Вадик, обойдем здесь. Полностью разобрали
кафешку, разровняли землю. Скорее всего, здесь засеют травкой, и будет у нас зеленая зона здесь. Ну, можно сказать, что это плюс, когда зеленую зону делают вместо каких-нибудь строений. Ну, главное, чтобы не полезных строений в виде нашего дома, да? Ну, также продолжается разборка кафе «Трофей». Вот уже все раскапывают около него. Разобрали несколько балконов. И продолжаются ремонтные работы. Не знаю, мне нравилось это кафе, потому что была водичка там, красиво стекала. Ну, все, сейчас все поменяют. Ну, я думаю, будет, наверное, не хуже однозначно. На набережной возводится здание, вроде как ходит слухи, что там чуть ли не KFC будет. Ну, можно сказать только то, что если сюда в Геленджик придет KFC, это будет, конечно, здорово. Мы не пропагандируем какое-то нездоровое питание, но, по крайней мере, KFC там мне нравится. Фонтан еще не работает. Только красный. Еще не включили. И у входа в Приморье пока не так красиво, как бывает красиво летом. Давай сейчас перейдем дорожку. Пока никого нет. Собака решила покакать. Ну вот, а потом говорят, что я за своей собакой убираю или нет. Вот за ним-то кто убирать будет? Никто. Это бездомная собака. Да, круто сделали. Что-то продолжают делать. Ага, все так отсыпают. Интересно, что будет потом? Тебе туда забираться легче. Да? Да, потому что там. Ну, пока да. Ну, там же пока закрыто. Ленточка висела, по крайней мере, вчера. И скоро тут будет ловить рыбу. Да. Подошли мы к Лермонтовскому бульвару. Сейчас спустимся к водичке. Покажем вам воду и пойдем дальше. Сейчас мы с Вадюшей посмотрим, что за гуляния идут на центральной площади. Ну и будем двигаться потом, наверное, к дому. Почему ты не любишь концерт? Потому что слишком громко. Слишком громко музыка играет. Очень много людей сидят. Доносится музыка со сцены. Поскольку мы с Вадиком очень... Вернее, я поздно встаю. Вот, выходные. Я всегда пропускаю различные выступления. Слишком рано они начинаются. Посмотрим, как гуляет деревня Геленджик. Шучу. Да. Ну, действительно, сельская ярмарка.
замечательный праздник. Масленица, праздник солнца, праздник смеха, праздник ласковой весны. Тут гулянье, там потеха, всюду маслицы, блины. Пусть веселой и богатой будет жизнь всегда у вас. Не грозят беды раскаты, не придет печали час. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока, привет из солнечного Геленджика.